Эстонская сказка. Почему у зайца губа рассечена? Как-то собрались зайцы под высокой сосной и стали на свою горькую судьбу жаловаться. А самый старший слушал, слушал, потом вышел вперед и сказал: «Милые мои братья, плохо бедным зайцам живется на свете, в кустах зверь зашуршит, зайке страшно, лис слетит с дерева, у зайца душа в пятки уходит, как завидит, кто нашего брата, так и кричит: улюлю его, улюлю, всех мы боимся, а нас и комар не испугается. Пойдем лучше к морю, утопимся с горю. Все равно рано или поздно помирать надо». Послушали зайцы своего старшего, побежали к морю топиться. А у моря на лугу паслось большое стадо овец. Увидела одна овца столько зайцев, испугалась, заблеяла и побежала. И все стадо за ней. Бегут овцы, сами не знают куда, сами не знают от кого. Хвостики у них дрожат, копытца стучат. А за овцами собаки несутся, лают, надрываются. Пастухи кричат, палками машут, шуму-то, крику. Смешно стало зайцам. Присели они на задние лапы и давай хохотать. До того смеялись, что губа у них и лопнула. Нет, не так уж нам зайцев плохо на свете. И мы сильны, когда мы вместе. И не стали топиться. Только вот с того времени у всех зайцев верхняя губа надвое рассечена.